О всемогущий Йода, не мог ли ты нам рассказать, как нам найти Маркуса, Губенка и Эмма? О всемогущий, я не знаю, как тебе помочь. Может, ты спросишь у Симпсона? Давай, Симпсон. Какой ты жирок! Слышишь, Губенка и Рэймон Хром? Теперь мы друзья. Да, посмотрим за книжкой. Значит, книжку надо искать, да, Маркуса? Сейчас все починим. Да, уже можно начинать искать Маркуса. Ну, я сказал, я вообще крутой Неправильно ты рассказываешь. О, большой мальчик.